Действующий президент Украины покупает голоса избирателей. С таким заявлением еще в понедельник выступила его конкурент в предвыборной гонке Юлия Тимошенко. И вот теперь она передала доказательства в полицию. Это в эфире местного телевидения подтвердил глава МВД Украины и пообещал все проверить. В свою очередь, блок Порошенко утверждает, что лидер Батьковщины тоже не без греха. И свой пакет документов для силовиков якобы уже собирают. По словам Арсена Авакова, у них уже более 800 обращений о нарушениях в ходе кампании и 19 уголовных дел. Напомню, грязными эти выборы на Украине назвал лидер оппозиционной платформы. Виктор Медведчук также прокомментировал слова о покушении, которое на него могут готовить в Киеве. Заявил, что угроза расправы не заставит его отказаться от борьбы за мир в Донбассе.